друзья и ученики! Сегодня хочу затронуть тему, которую я уже не раз освещал, но которая почему-то на просторах всемирной сети освещается крайне редко, и вообще вы мало где сможете в каких источниках ее найти. Некоторые грамотные инструктора рассказывают об этом, предупреждают об этом. Для чего? Для того, чтобы вы правильно понимали, как реагирует организм на начало ваших тренировок, на начало изменения в процессах питания. О чем мы говорим? Данное видео будет полезно в основном девчонкам, но и парням, начинающим свои первые шаги в тренажерном зале, тоже будет полезно. Данное видео как раз-таки для новичков. Многие бросают занятия в тренажерном зале, особенно девчонки, потому что неправильно трактуют изменения, первые изменения от силового тренинга. А я хочу напомнить, что именно силовой тренинг сделает вас, я сейчас говорю о девушках, о женщинах, красивее, сексуальнее, здоровее в плане здоровья. И ни в коем случае не сделает вас мужеподобными, либо какими-то грубыми внешне. Спортивная фигура всегда предпочтительнее, всегда сексуальнее, притягательнее, чем непонятно что. А как вы видите, сейчас молодежь, очень много девочек уже в 18-20 лет, на самом деле не имеют мышечной структуры и по сути состоят из костей и жира. И отличаются от пожилых людей чем? Действительно, только молодостью, тем, что кожа у них пока еще молодая. Но на ощупь такие девчонки также неприятны, как и пожилые люди, которые не следят за собой, не тренируются. А вы знаете, что с возрастом организм, особенно женский, теряет очень много мышечной массы. Заметьте, я не хочу никого оскорблять, никого ни в чем винить, но если вы следите за собой, если вы хотите радовать себя, своего партнера по жизни, мужа, либо любовника, вам необходимо понимать, как реагирует организм именно на силовой тренинг, именно в начале пути. Почему такое большое и долгое вступление? Все просто. Ведь вы, находясь в нетренированном состоянии, когда ваши мышцы не испытывали никакой нагрузки, практически находятся в неработоспособном состоянии. Они не приспособлены никакой тяжелой работе, особенно если вы девушка. Так вот, приходя в тренажерный зал, у вас, а у девчонок изначально больше жира в организме, чем у парней, ваши мышцы будут крепнуть, будут наполняться водой, будут приходить в необходимую форму, в необходимую кондицию. И естественно, поначалу вы можете весить даже больше, чем до начала тренинга. Но это как раз таки говорит о том, что вы на правильном пути. Не забывайте о том, что мышцы плотнее весят больше, чем жир. И на самом деле, когда вы начали тренироваться, месяц, два, три, вы будете увеличиваться и в объемах, и набирать вес. Но нужно переждать этот период для того, чтобы организм начал уже показывать вам, насколько вы красивы. Жир не уйдет так сразу, а мышцы будут крепнуть. В них будет набираться вода, которая потом сама уйдет. Не вздумайте пить никакие диуретики, то есть таблетки, либо какие-то другие средства, выгоняющие воду из организма. Не забывайте, что вода – это наше все. Все мы с вами состоим из воды. И большинство препаратов, которые вам продают в аптеках или в спортмагазинах, так называемые жиросжигатели, выводят воду из организма, что на самом деле только вредит процессам жиросжигания и всем другим процессам. Никакие процессы в нашем организме
не протекают без воды. И если воды не хватает, это очень плохо. Все процессы будут тормозиться и останавливаться. Если вы испытываете жажду, это очень плохо. Вы никогда не должны испытывать жажду. Когда вы чувствуете, что вам хочется пить, это говорит о том, что организму уже не хватает воды. Поэтому всегда носите с собой бутылочку пол-литровую и потихонечку по глоточку пейте. Вы должны выпивать минимум 4 таких бутылки в нетренировочные дни. В тренировочные дни даже больше. И в чем более жарком климате вы живете, тем больше воды вам нужно. Слава Богу, у нас во Флориде постоянное солнце, постоянная жара, и все люди пьют воду, даже те, кто не хотят. Не будете пить воду, будете себя плохо чувствовать. Будет болеть голова, будут проблемы с суставами, будете набирать вес. Да. Вернемся к нашим баранам. Если вы начали тренироваться и видите, что вы становитесь больше, уплотняетесь, радуйтесь. Это говорит о том, что организм наконец-то начал работать, а именно мышцы. Мышцы начали работать. Мышцы делают вас красивее, сексуальнее, притягательнее для нас, мужчин. А вот как раз-таки жир, который их покрывает, делает вас крайне непривлекательными. Я всегда говорю, что худая корова еще не газель. О чем речь? О том, что нужно быть не худой, а нужно быть поджарой. Но не стремитесь к максимально избавлению от жира. Есть в мужском организме и в женском свои пропорции, ниже которых опускаться нельзя. Жир в нашем организме необходим, особенно в женском, для поддержания здоровья, иммунной системы. Поэтому нужно знать, до какого уровня худеть. Но пока об этом речь не идет. Если хотите больше узнать о похудении, читайте мою статью «Похудение от А до Я», либо смотрите видео. Там я подробно, шаг за шагом, рассказываю, как все нужно делать грамотно. И обращаю ваше внимание на то, что похудение – это избавление от жировых запасов, а не полностью избавление от веса. На самом деле, я об этом постоянно говорю, выбросите весы. Никогда не меряйте свой результат по весам, особенно на начальных этапах тренинга. Надеюсь, здравомыслящие люди, смотрящие этот ролик, уже догадались почему. Действительно, просто для того, чтобы не травмировать свою психику. Дайте организму время перестроиться. Мы с вами сложные организмы, которые требуют время на то, чтобы подстроиться, перестроиться. А тем более, когда вы десятилетиями не давали нагрузки своим мышцам, скелетному составу, сухожилия, связки. Все это должно сначала окрепнуть перед тем, как пойдут изменения. Но, как бы грамотно мы с вами не тренировались, если питание не соответствует нашим потребностям, то ни о каком результате, видимом, по крайней мере, со стороны избавления от жировых процессов, вы не увидите. Поэтому, девушки, приходя в тренажерный зал, постарайтесь не смотреться даже в зеркало первые пару месяцев. Сделайте фотографии себя в купальнике, лицом, спиной и боком, при хорошем освещении, желательно не самостоятельно, пусть кто-нибудь вас снимет со стороны. И сделайте фотографии через 3 месяца. 3 месяца – это тот срок, который необходим организму как раз-таки, чтобы подстроиться, перестроиться и потихонечку начать уже пережигать жиры. Напомню, при правильном и грамотном питании. О том, как правильно питаться, у меня есть статьи и видео. И самое нужное и необходимое называется инсулин. Советую вам ее изучить досконально. Придется вам прочитать ее не один раз, чтобы до вас дошла вся информация, которая изложена в данной статье. Статья сложная, хотя и написана простым языком. Пару раз прочитав ее, изучая
материалы о тренинге, вы будете все больше и больше понимать и осознавать необходимость питания. Конечно же, нужно делать дефицит калорий, но не опускаться ниже необходимого багажа калорий, который необходим нам для поддержания просто здоровой жизнедеятельности организма. Это очень важно, многие не понимают этого и приобретают еще больше проблем. Потому что когда вы просто бездумно понижаете калораж, и если он ниже базового, вы только вредите своему здоровью, и любой потерянный килограмм, неважно чем, обернется вам как минимум двумя новыми килограммами, когда вы все равно вернетесь к режиму питания, который вам был удобен и к которому вы привыкли. Запомните, мы с вами не больные люди, мы не должны сидеть на диетах. Нам нужно понять основные принципы питания и постоянно придерживаться их. Только тогда мы с вами будем и здоровыми, и красивыми. Все принципы тренировок подходят и для парней, и для девчонок. Тренироваться практически нужно одинаково всем. Я не говорю сейчас именно о женщинах и о парнях. Я говорю, что если взять конкретно женщин, то им нужно тренироваться одинаково. Если взять конкретно парней, то им тоже нужно тренироваться одинаково, особенно на начальном этапе, когда необходимо построить необходимую силовую базу. Потому что при натуральном тренинге только силовая база будет гарантией того, что вы будете прогрессировать, что вы будете избавляться от жировых накоплений, что вы будете наращивать мышечную массу. Мышцы делают парня мужчиной. Мышцы делают женщину женщиной. И никогда женщина не станет мужеподобной. Как бы тяжело вы ни тренировались, вы будете, девчонки, становиться только красивее, сексуальнее и притягательнее. Если вы видите женщину, которая выглядит как мужчина, которая вам уже не нравится, это говорит о том, что она 100% использует мужские гормоны. В виде таблеток, уколов, неважно. Невозможно просто приседать, делать становые тяги, подтягиваться, отжиматься от брусьев, будучи при этом девушкой, и стать мужеподобной. Это просто физически, биохимически невозможно. И если вам кто-то говорит обратное, этот человек просто оправдывает свою лень, свою жирную задницу. Я думаю, что вы, зрители моего канала, грамотные люди. Мой канал не носит развлекательный характер, поэтому смотреть его может быть зачастую сложно, но по крайней мере я стараюсь, чтобы каждый мой ролик был полезен для вас. Я стараюсь передать вам ту информацию, которую накопил сам за 25 лет своего опыта практического и теоретического. Стараюсь максимально в каждом видео и статье доносить до вас всю суть, чтобы вы могли сами ориентироваться в нашем железном мире, и для того, чтобы вы самостоятельно могли понимать, что правильно, что неправильно, как грамотно, как безграмотно. Для тех, кому сложно, я веду персональные тренировки. Учеников у меня не так много, потому что времени мне не хватает. Хоть мой канал и не носит таких видеороликов, как делают многие влогеры, но очень много вопросов от вас приходит, чем я занимаюсь, как я живу, можно ли, не будучи выступающим спортсменом, зарабатывать на бодибилдинге. Я вам скажу, что можно, и я сделаю об этом скоро ролик. И поверьте мне, я зарабатываю не на вас, не на персональных тренировках и, конечно же, не на той группе, которая у меня есть, в которой я еженедельно выкладываю для вас программы тренировок, основанных на различных типах мышечных волокон. Циклически мы периодизируем, тренируемся на силу, на массу, развиваем выносливость, укрепляем сухожильно-связочный аппарат. Группа закрытая, вступление в нее платное. Стоит относительно недорого. Взнос разовый, но вы пожизненно получаете грамотный подход к тренировкам на каждую неделю. Причем в группе выкладываются программы как для парней, так и для женщин. Поэтому
можно, будучи семьей, экономить, вступив в нее, получать тренировки сразу же и для парней, и для девчонок. Итак, мы с вами поняли, что на начальном этапе тренинга ни в коем случае нельзя мерить результат по весам и по отражению в зеркале. По той простой причине, что результат может вас поначалу и должен вас поначалу не радовать, потому что вы должны становиться больше. По тем причинам, которые я описал вам выше. Друзья, думайте всегда головой, сохраняйте здравый смысл. Увидимся в тренажерном зале. Грамотно, полноценно питайтесь, тренируйтесь, и результат обязательно придет. Но не ждите его через неделю, месяц, два, три. Запомните, организму нужно как минимум 3 месяца, только для того, чтобы подстроиться. И только после 3 месяцев начнется прогресс, который вы уже сможете видеть невооруженным взглядом. Всем пока!